школа ГИЛОН и бизнес-клуб для молодежи и студентов ГИЛОН является сегодня бизнес-образованием будущего. Потому что на сегодняшний день только в бизнес-школе Гарвардского университета на кафедре управления и лидерства имени великого японского лидера и бизнесмена Коносуки Масусита используют подобные подходы. Подходы обучения бизнесу, основанные на философии бизнеса и человеческих взаимоотношениях. В бизнес-школе ГИЛОН на протяжении 8 лет разрабатывались авторские программы курса, основанные именно на человеческих взаимоотношениях, опыте мировых здоровых компаний, стран мира и философии бизнеса. Бизнес-клуб ГИЛОН дает прежде всего молодым людям воспитание помимо знаний. Рузвельт как-то сказал, что человек, воспитанный интеллектуально, но не воспитанный нравственно, представляет собой угрозу для общества. Я вам скажу, что я сама привожу своих детей в этот клуб, и я вижу реальные результаты, как меняется жизнь. Жизнь моя и жизнь моих детей. Когда ты получаешь не только знания, но и начинаешь жить по правилам морально-нравственным, которые присущи каждому человеку, но со временем они забываются, то жизнь действительно меняется в лучшую сторону. Я наблюдаю это на себе и на своей семье. Я искренне рекомендую вам приводить к нам своих детей, своих подростков, потому что сегодня время идет очень быстро, и мамам некогда заниматься воспитанием своих детей. Мы всегда рады каждому ребенку, каждому студенту и, конечно же, каждому руководителю, бизнесмену, который решил все-таки наполнить себя новыми знаниями, потому что учиться никогда не поздно, и делать жизнь лучше вокруг себя, таким образом делать лучше жизнь тех людей, которые вас окружают, а значит, делать благо своему городу и своей стране. Я закончил почти все курсы бизнес-клуба ГИЛОН и с уверенностью могу сказать, что ГИЛОН – это то место, где я полностью поменял свое сознание, свое мышление, где я нашел новых друзей и знакомых. Всем советую! Эрих Мария Ремарк сказал: «Неуверенность убивает столько возможностей». Спасибо клубу ГИЛОН за то, что он помогает молодежи бороться со своими страхами, неуверенностью и тем самым дает возможность знакомиться с новыми людьми и развиваться. Дамы и господа, спасибо, что пришли к нам на праздник образования, на праздник творчества и на праздник света, который дает много надежды на лучшую жизнь. Открытые защиты бизнес-школы человеческих взаимоотношений ГИЛОН стали уже доброй традицией для Харькова. Мы благодарим всех, кто пришел разделить с нами и минуты волнения, и минуты радости. Дело в том, что наши выпускники обучаются по программе будущего. Для них это уже настоящее. Причем, чуть позже мы объясним, почему эта программа является программой образования будущего. Журнал бизнес-школы Гарвардского университета, одного из самых старейших университетов мира, время от времени публикует журнал Business Гарвард Review, время от времени публикует статьи, в которых мы все больше наблюдаем то, чему мы учим наших студентов, а именно менеджмент в трансформационную эпоху должен иметь совершенно иное мышление и делать совершенно иные действия. Руководитель будущего управляет сознанием людей, а не процессами и системами. Объединять различия людей в бизнесе в
могут только единые корпоративные ценности, которые разделяют все. А мотивировать может только смысл. Смысл работы, который намного больше, чем обыденная жизнь. Одно из направлений нашей деятельности – это работа бизнес-клуба для молодежи и студентов ГИЛОН. По сути дела, для нас это исключительная ответственность, но это и исключительная радость. Потому что молодежь – это будущее нашего бизнеса. И чем раньше молодежь будет заниматься в нашем клубе, тем быстрее, пусть на миллиметр, пусть на секунду, но это будущее приблизится. Эти ребята воспитывают себя уже сегодня. Они не ждут манны небесной. И для нас это мощнейшее вдохновение – работать с ними. Мир принадлежит оптимистам, а пессимисты в этом мире – пессимисты, зрители. Потому что настоящий лидер перед началом своему пути может закрыть глаза и во всех деталях, во всем великолепии представить себе будущее своей страны и своей компании. Однажды шейх Мухаммед приехал в пустыню и говорит: «Пустыня, здесь будет стоять 24-этажный торговый центр». Ну, только ленивый над ним не смеялся. Он был очень сильным лидером. Он построил торговый центр. Мне бы очень хотелось показать вам картинку, но если вы в моих друзьях, я сегодня в Фейсбуке, я вам сегодня выставлю ее в ленту. Торговый центр был первым зданием огромного мегаполиса. Он видел все в деталях. И этот дом, 24 этажа посреди пустыни, был только началом. Таким же началом в образовании, в бизнес-школе человеческих взаимоотношений является для Ольги Сергеевны Гранже, основателя, сооснователя семейного клуба «Мечта». Педагоги от Бога, так они и говорят. Ей доверяют родители, к ней бегут дети. Но она о себе все расскажет. Я хочу лишь вам сказать, у этой молодой девушки столько сил, что она может вдохновить каждого своего сотрудника и четко знает, где она хочет быть. Лапать будем потом. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Ольга Гаранжа. Я выпускница бизнес-школы человеческих взаимоотношений ГИЛОН, сооснователь и руководитель семейного центра «Мечта». В прошлом я учитель математики с 10-летним опытом работы в школе. С рождением своего ребенка я осознала важность раннего, разностороннего, системного развития детей. Уже тогда я поняла, что и для своих детей, и для детей нашего любимого города необходимо создать альтернативную систему образования, направленную на создание личности детей. Целых 5 лет мы с партнером-единомышленницей Селивановой Светланой и нашими коллегами занимались разработками и созданием программ, которые помогают нашим детям вырастать разносторонне развитыми личностями. Пришло время расти, потому что спрос начал превышать предложение. И рост нашей компании начался с образования руководителя, так как все начинается с руководителя. И сегодня я, как выпускница бизнес-школы человеческих взаимоотношений ГИЛОН, имею четкий стратегический план развития компании «Семейный клуб Мечта», прописаны тактические цели и задачи, все мои управленческие решения подкреплены глубокими маркетинговыми исследованиями и прописывается финансовый план компании. Прежде чем начать развивать компанию и строить ее, руководитель должен задать вопрос себе. Ради чего создана наша компания? Куда мы идем? Где мы хотим быть? Ответами на эти вопросы являются миссия, видение и ценности нашей компании. Наша миссия – с
своей деятельностью формируем состояние счастья, вдохновляем и удивляем детей образованием и творчеством, воспитываем социально ответственные личности. Куда мы идем, где мы хотим быть? В ближайшие 10 лет мы хотим стать примером социально ответственной компании для нашего любимого города. К 2023 году мы планируем построить семейный центр «Мечта», в котором мы объединим все направления нашей деятельности на единой территории. На основе каких ценностей мы будем двигаться к поставленным целям? Это уважение, искренность человеческих взаимоотношений, профессионализм, любовь к детям, мы – счастливая семья. А в счастливой семье вместе и в трудные минуты, и во времена успеха. Именно через ценности и миссию будут пропускаться все мысли, действия и поступки каждого сотрудника нашей компании. Это стратегия. Поговорим о тактике. Так как я уже все сказала, я сказала, что строительство компании начинается с ее руководителя, и мы для себя выбрали образование. Для меня было важно изучить, понять и пропустить через душу и сердце все три курса: искусство управления и искусство взаимоотношений людьми и управления организацией, внутренняя и внешняя маркетинговая деятельность, финансовая аналитика и финансовое сознание руководителя, экономика и стратегия. Каждый наш сотрудник знает ответ на вопрос, ради чего создана компания, куда мы идем, на основе каких ценностей мы будем двигаться к поставленным целям. Не просто знает, а сегодня мы учимся жить в соответствии с нашими ценностями и нашей миссией. Мы выбираем открытый климат общения, прописываем информационную систему. Но мало прописать информационный справочник. Важно уделить каждому сотруднику время на разбор каждой страницы нашего справочника, дабы добиться единого понимания внутри коллектива. Правильная предварительная система планирования предотвращает плохие результаты нашей работы. Мы обучаем и воспитываем наших сотрудников. Я не верю в искусственную мотивацию. Я верю, что люди, влюбленные в свою компанию и которые гордятся результатами своего труда, будут с радостью приходить на работу. И внедряя систему делегирования, мы создаем условия для личностного роста каждого нашего сотрудника. Воспитывая лидеров нашей компании, мы говорим: смотрите на нас, делайте как мы. И внедрение распределенной системы власти будет способствовать росту количества лидеров в компании, а значит и росту самой компании. Мы создаем уникальную организационную культуру. Подбирая сотрудников для нашей компании, нам очень важно, чтобы ценности человека не расходились с ценностями нашей компании. И нам важно, чтобы сознание всех наших сотрудников было направлено на коллективную работу. Мы заботимся о безопасности нашего бизнеса, поэтому выстраиваем систему документооборота. Избирательно подходим к созданию сети связи. Мы заботимся о качестве наших занятий и мероприятий. Внедряем систему бережливого производства и прежде всего в сознании каждого нашего сотрудника. Таким образом происходит организационная трансформация нашей компании и создается иной уровень человеческих взаимоотношений. Наша компания осуществляет свою деятельность на стыке 5 отраслей. Это отрасли образования, воспитания, прикладное искусство, психология, спортивные развлечения, плавание, оздоровительная гимнастика. Для того, чтобы понять, как развивать нашу компанию и в каком контексте будет двигаться семейный клуб «Мечта», мы детально изучили каждую из этих отраслей и разобрались, на каком этапе своего жизненного цикла они находятся. Отрасль воспитания находится на спаде своего жизненного цикла. Сегодня люди хотят очень быстрых результатов, преследуя свои узкособственнические интересы. Но формирование личности человека начинается в семейном клубе «Мечта».
Нам важно, чтобы все наши сотрудники были высоконравственными, думающими людьми. Поэтому воспитание – это аксиома нашей работы. Отрасль образования находится на спаде своего жизненного цикла. И виноваты в этом прежде всего педагоги, которые готовят детей к поступлению в школе, к сдаче экзамена, к получению диплома. Наша задача – дать нашим детям такое образование, которое им необходимо для жизни. Отрасль прикладного искусства находится на спаде своего жизненного цикла. Сегодня это прежде всего обусловлено тем, что люди сегодня хотят больше иметь, чем быть и отдавать. Мало сегодня уметь хорошо играть на скрипке или гитаре, иметь красивый голос, танцевать. Важно уметь и хотеть передать эти знания детям. Понимая важность этого, мы в коллективе приняли решение еженедельно изучать предмет искусства педагогики. Отрасль психология находится на зрелости своего жизненного цикла. Сегодня на рынке наблюдается все больше социально безответственных психологов, главная цель которых – заработать деньги. Мы же понимаем, что только в счастливой семье вырастают счастливые дети. Поэтому наши психологи затачивают себя на конкретную помощь людям в решении их жизненных вопросов. Отрасль – спортивные развлечения, плавание, оздоровительная гимнастика. Сегодня это модное направление. Для нас это необходимое направление, потому что помогает нашим детям быть здоровыми. Ради кого мы работаем? Наш целевой сегмент. В счастливой семье вырастают счастливые люди. Поэтому мы готовы сегодня предоставить консультации каждой семье, которая хочет стать счастливой. Мы с нетерпением ждем будущих мамочек, которые заботятся о здоровье своего малыша в утробе. Мы предоставляем консультации семьям новорожденных по уходу за их малышами, развитию двигательной активности и домашнему плаванию. Мы с нетерпением ждем на своих занятиях детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет, родители которых – думающие, амбициозные люди, понимающие на сегодня важность системного разностороннего развития детей. Руководителями семейного клуба «Мечта» регулярно проводится анализ взаимодействия с нашими клиентами. Большим подспорьем в этом вопросе для нас является база данных наших клиентов, вести которую нам помогает портал ВУПТИ. На сегодня машина лучше справляется с рутинной работой, а мы это время можем подарить нашим людям. Меня как руководителя радует тот факт, что 53% наших клиентов являются нашими лояльными клиентами. Приезжают к нам со всех уголков города Харькова и пригорода. Посещают регулярно занятия и в 30 градусов жары, и в 30 градусов мороза. Рекомендуют нас своим друзьям, знакомым и близким. 26% наших клиентов выбирают нас, потому что мы находимся рядом с их местом проживания и удовлетворяем запросы по развитию детей. 21% клиентов совершили у нас разовую покупку. Анализ взаимодействия с нашими клиентами необходим каждому руководителю на всех подразделениях, потому что помогает принимать правильные управленческие решения. Компания будет расти и развиваться тогда, когда руководитель будет думать, а не бежать в погоне за деньгами. Одним из важных направлений, которое предстояло нам сделать, это понять, в каком контексте мы живем с вами сегодня. Трансформационная эпоха, господа, это время, когда никакая товарная экономика не выдерживает свою конкуренцию. Единственным дефицитом на рынке труда являются люди, думающие, нравственные, которые несут личную ответственность за свою работу. Я понимаю, что мои действия как руководителя компании уходят далеко за ее пределы. Нам важно создать внутри компании модель взаимодействия такую, чтобы люди любили свою работу, гордились результатами
своей работы, чтобы такую модель взаимодействия они хотели перенести в свои семьи, воспитать своих детей умными, образованными, думающими, воспитанными людьми. Когда человек гордится результатами своей работы и испытывает искреннюю поддержку дома, он находится в состоянии гармонии, в состоянии счастья. Это и есть рецепт внутрикорпоративного или внутринационального счастья. Главнейший показатель экономики в развитых странах мира. И задача руководителей семейного клуба «Мечта» на ближайший год – воспитать команду единомышленников, людей, влюбленных в детство, и внедрить здоровую философию в жизнь компании. Успех нашей компании гарантирует не только хорошо продуманная тактика и стратегия, а и сухие цифры. Я осознаю, что пока у каждого сотрудника компании, от собственника до уборщицы, будет свой узкособственнический интерес, реализация миссии и видения компании невозможны. Поэтому мы приняли решение воспитать финансовое сознание каждого нашего сотрудника. Наши сотрудники знают, что собственник вносит свои личные средства, пополняет финансовый капитал компании только на этапе ее становления. Эти средства распределяются на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, заработную плату сотрудникам, покупку необходимого оборудования, мебели, игрушек, материалов для проведения занятий. Создаются запасы на складах, которые необходимы для ежедневного функционирования. И финансовый капитал компании будет пополняться только тогда, когда будут созданы условия для продаж. А создают продажи воспитанные и вдохновенные сотрудники. Такие сотрудники не просто создают продажи, а и условия для повторных продаж. У таких сотрудников лояльные клиенты, которые нас рекомендуют, и количество этих продаж увеличивается, что, безусловно, удовлетворяет интересы всех заинтересованных сторон бизнеса. Таким образом, ключ к финансовому капиталу компании – это руководитель и команда воспитанных и вдохновенных им сотрудников. В бизнесе все делится на пассивы и активы. Пассивы – это все то, что помогает работать активом. Активы семейного клуба «Мечта» делятся на материальные и краткосрочные активы. Это материалы, которые необходимы нам для проведения наших занятий, денежные средства на счетах и наличные. Материальные долгосрочные активы – это оборудование, это помещение, это техника. И самый ценный наш нематериальный актив – это люди, сотрудники нашей компании, влюбленные в свою компанию и сознание которых направлено на коллективную стратегию. Сейчас руководители мечты работают над созданием и внедрением бюджета компании. Для нас бюджет – это наша цель, мотивация, дисциплина. Наш бюджет комбинированный и создается на основе отчетов о движении денежных средств и доходах и расходах. Каждая цифра нашего бюджета говорит нам о многом. Каждая цифра в бюджете мы должны управлять. Например, если мы знаем, что в январе прошлого года нас посетило 750 человек, то на январь этого года мы планируем, что нас посетит 770 человек с учетом 3% желаемого роста. Также мы планируем увеличение среднего чека за счет увеличения дополнительных продаж. Умножая цифру среднего чека на количество посещений, мы можем увидеть планируемый доход компании на январь месяц. Планируя бюджет, мы учитываем погодные условия, праздничные выходные дни, а также факторы пест-анализа, которые могут влиять на развитие нашей компании.
Безусловно, у нас, как и в любой компании, есть доходы и расходы. Мы планируем, что доходы нашей компании, 98%, будут составлять от основной нашей деятельности. И 2% всех наших доходов будет от дополнительной деятельности. Это проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, праздников и различных мероприятий. Расходы нашей компании делятся на капитальные и текущие. Капитальные расходы нашей компании – это прежде всего инвестиции в наших сотрудников и в программу корпоративной и социальной ответственности. Также мы планируем, что это средства, которые мы будем предоставлять нашим сотрудникам в качестве бюджетных кредитов, и расходы на планируемое на планируемое помещение и капитальный ремонт, покупку оборудования и материалов. И текущие расходы компании – это те расходы, которые необходимы нам для ежедневного нашего функционирования. При формировании бюджета каждая строка детально прописывается для того, чтобы сделать наш бюджет максимально прозрачным и понятным для сотрудников компании. Для чего же нам нужен бюджет? Какие его функции? Он регулирует денежные потоки компании, укрепляет связь между руководителями разных подразделений и сотрудниками. Легально контролирует действия руководителя компании, несет информацию о намерениях руководителей компании нашим сотрудникам и определяет параметры экономической политики и задает рамки возможных действий руководства и сотрудников. Наш бюджет гибкий. Что же мы подразумеваем под гибкостью? А то, что все статьи расхода поставлены в зависимость от статей дохода с учетом желаемой 10% прибыли компании. Отдельно хочется обратить внимание на то, что при формировании бюджета очень важно вовлекать в этот процесс людей, сотрудников компании, которые отвечают за ту или иную строку бюджета. Что это нам дает? Это нам помогает решить ряд важных задач. Снижает сложность процесса бюджетирования путем его децентрализации, повышает ответственность конкретных лиц за выполнение этого бюджета, а также построение эффективной системы управления. В нашей ситуации это 20 систем управления бизнесом, связанные с финансовыми планами нашей компании. Я рассказала о пути, насколько позволило времени, которое выбираем мы, семейный клуб «Мечта». Почему же мы выбрали этот путь? Мною и моими коллегами на протяжении года проводились глубокие маркетинговые исследования. Мы изучали деятельность великих компаний мира, которые своей деятельностью улучшают этот мир. Мы пытались понять ход мысли каждого руководителя, которые создали эти компании. В кофейной империи Starbucks кофе никогда не был главным продуктом. Прежде всего, Говард Шульц учил своих сотрудников быть думающими, высококвалифицированными профессионалами, которые дарят своим клиентам незабываемые кофейные впечатления. Еще одним хорошим учителем для нас является успех компании Apple, финансовые резервы которой в несколько раз превосходят финансовые показатели нашей страны со всеми ее природными богатствами. Успех компании Apple – это не результат специального оборудования или удачного месторасположения. Успех компании Apple – это раскрытие талантов и грамотное управление этими талантами. Основатель компании Virgin Ричард Брэнсон осознавал, что только влюбленные в свою компанию люди могут подарить своим клиентам счастье. Целых 7 лет Изадор Пшар воспитывал своих сотрудников, и в результате чего сегодня Four Seasons – самые дорогие отели мира, и организационная культура этой компании – это не копируемое конкурентное преимущество, а вследствие чего и другие финансовые показатели. В свое время на экскурсию в компанию Zappos приезжали со всего мира, чтобы своими глазами увидеть, как взаимодействуют люди этой компании.
А все благодаря тому, что Тони Шей сделал ставку на человеческий капитал. Продавая обувь через интернет, сотрудники компании Zappos дарят счастье в коробке. Полагаясь на опыт великих компаний, семейный клуб «Мечта» ставит своей главной целью – воспитать команду единомышленников, людей, влюбленных в детство. Мы выходим на рынок города Харькова как социально ответственный гражданин. Мы инвестируем время и средства в воспитание и обучение наших сотрудников. Мы за справедливые трудовые отношения. Мы выбираем гуманную систему образования, потому что именно это направление педагогики несет благо для нашего общества. Мы, команда мечты, бережно относимся к окружающей нас среде. На своих занятиях мы учим наших детей различать материалы, сортировать их и не создавать вокруг себя мусора. Уважаемые коллеги, самое дорогое и ценное, что у нас с вами есть, это наше с вами имя. Бренд не создается за одно мгновение, а формируется годами и прежде всего в сознании каждого сотрудника компании. Образование – это самое мощное оружие, которое мы можем использовать с вами для того, чтобы создавать доброе имя нашей компании. Образованный руководитель тем и отличается от необразованного, что считает свое образование незаконченным. Мое образование в бизнес-школе человеческих взаимоотношений «Гелон» не закончено. Это только начало. Учитесь вместе с нами и обучайте своих сотрудников. Результаты не заставят вас долго ждать. Благодарю за внимание. Вы хотите знать, что такое система реформы образования? Вы только что ее услышали. Пока в голове первых лиц системы образования не произойдут вот такие трансформации, никакие ремонты в классах не помогут нашим детям быть другими. Реформа образования была представлена только что вот этой девушкой. Спасибо вам, что занимаетесь маленькими детьми. Спасибо. Отдельно мне хочется сказать о рестайлинге. Вы, наверное, слышали когда-то это слово. Это преобладание формы над содержанием. К сожалению, сегодня рестайлинг – это вирус, который залез в голову, абсолютно всех людей. И он нас практически убивает. Почему? Какие основные признаки рестайлинга? Красивые слова и пустые действия, фишки, стразы, красивое лицо и гнилая душонка. Этот вирус проник абсолютно везде. Но мы очень рады, что это не наш путь. Мы даем нашим студентам фундаментальное бизнес-образование. Мы не бросаем их после защиты диплома, потому что говорить здесь одно. Но диплом бизнес-школы остается только у тех людей, которые смогли внедрить это в дело. И у наших студентов, повторяю, есть пожизненный доступ ко всем занятиям курса. Спасибо вам. Сейчас настал очень трогательный момент, потому что в нашей компании есть много добрых традиций, и одна из них является небесно-голубые мантии, которые пошили для нас компания нашей выпускницы Александра Текстиль, Наталья Козуля, Наталья Евгеньевна. Ее, к сожалению, здесь нет, но она знает, что она нам подарила эту красоту. И сейчас мы с честью, с радостью и с гордостью за вас оденем на вас эти мантии. Спасибо.
шарфик, еду что-нибудь. Вам придется произнести клятву для ваших сотрудников, для присутствующих гостей, для харьковчан и всего мира, который вас увидит. Будьте достойными людьми. Мы, как руководители, признаем свою роль в обществе и обязуемся служить добру. Наша цель – развивать и вдохновлять людей, наполнять их работу смыслом и управлять ресурсами, создавая ценность для всех заинтересованных сторон бизнеса. Я буду добросовестно руководить своим предприятием, не буду принимать решений, которые служат удовлетворению моих собственных узких амбиций и наносят при этом ущерб предприятию и людям, которые на нем работают. Я буду охранять интересы акционеров, коллег по работе, сотрудников, клиентов и общества, в котором я осуществляю свою деятельность. Я буду вести себя честно, достойно и работать, соблюдая нормы этики. Я не допущу коррупции, недобросовестной конкуренции и деловых практик, вредных обществу. Я защищу права человека и достоинства всех людей, на которых воздействует деятельность моего предприятия. Я буду оппонировать дискриминации и эксплуатации. Мы, выпускники бизнес-школы «Гелон», инвестируем в развитие себя и других и будем, повышая образованность людей, созидать внутреннее национальное счастье. Мы осознаем, что здоровый бизнес – это здоровая экономика, процветающая страна, гордые и счастливые люди. В осуществлении нашего профессионального долга, согласно этим принципам, мы должны стать примером подражания. Эту присягу мы даем свободно, и ее исполнение лежит на нашей совести. Клянемся! Клянемся! Одна добрая традиция. И это не варяжки Гелон. Символ несломности, символ стойкости. Наши детки, проносите, пожалуйста, вручайте не варяжки. А вы покажите, это точные копии этих лучших в мире руководителей. Спасибо. Ребята, присаживайтесь. Мне очень хочется попросить Анатолия Александровича, человека, который прежде всего создал меня, он тьютор открытого университета Великобритании. Человек, который ранен из школы переехал из России в Украину навсегда. Человек, который очень много делает для компании и является его душой. Вы сегодня будете вручать дипломы. Диплом лучшего в мире руководителя вручается Наталье Юрьевне Зубковой, руководителю компании «Гелон». Диплом лучшего в мире руководителя вручается Василенко Алене Николаевне, учредителю комплекса М20. Диплом лучшего в мире руководителя вручается Юлии Андреевне Щукиной, основателю сети клиник «Лазарини» в Харькове и Киеве.
лучшего в мире руководителя вручается Василенко Яника Александровне, нашему руководителю комплекса М-20. Диплому лучшего в мире руководителя вручается Ольге Сергеевне Гаранже, основателю компании «Мечта». Ну и, конечно же, сертификат будущего лучшего в мире руководителя, а пока только студента первого модуля курса, вручается Александру Игоревичу Трос, шеф-повару ресторана «Поёт». Дорогие друзья, наши студенты подготовили для вас сюрприз. Я хочу обратиться к руководителям, первым лицам бизнеса. Друзья, если вы осознаете, что в ваших компаниях есть проблемы, я очень рекомендую вам обучение в бизнес-школе «Гелон». Это был незабываемый год. За этот год произошла трансформация мышления. Учитесь, обучайтесь. Риски и проблемы возникают только от незнания того, что делаете. Я благодарю такую хорошую, замечательную семью «Гелон» за те знания, за то, что постоянно были с нами, за то, что помогали, поддерживали, объясняли, разъясняли. Я благодарю свою семью за то, что меня поддержали и всегда были рядом со мной.
Спасибо. Год обучения в Гелон пролетел очень быстро. Было все. И удивление, иногда разочарование, потом опять удивление, потом опять интерес. Потрясающий был год. Хочется продолжать учиться, и мы будем продолжать учиться. Всем руководителям, которые хотят изменить социальный статус своей компании, которые хотят добиться успеха, которые хотят стать настоящим серьезным брендом, я рекомендую учиться в бизнес-школе Гелон. Какая-то интуиция и чуйка затянула и привела меня сюда. Первое время я даже не понимала, что здесь происходит и что я здесь делаю. Мне хотелось побыстрее свалить и начать действительно работать. Но для того, чтобы продуктивно работать, нужно понять, что ты делаешь и с какой целью. Сегодня я уже имею такую стратегию и цель своей работы.